Этот небольшой, но уютный магазин открылся на днях в здании Магнитогорского драматического театра имени Пушкина. Его владельцы, братья Сергей и Андрей Баландины, уже в день презентации приятно удивили покупателей не только необычайным разнообразием спортивного товара, но и высочайшим его качеством и ценами. Костюмами или майками именитых фирм Adidas, Reebok или Puma сегодня никого не удивишь. Этот товар, изготовленный в основном в Гонконге или Китае, на прилавках и лотках любой из городских ярмарок. А вот что вам известно о фирмах Comfis, Muscle International, Body Plop или Decor? Весь мир, а вернее все в нем, кто увлекается подводными видами спорта, катанием на яхтах или водных мотоциклах, знают, это величайшая гарантия качества. Скалолазы и туристы предпочитают фирму Coleman, путешественники обувь Blackstone, а любители атлетизма TI Sport. Идея открытия магазина и заниматься спортивными товарами пришла мне. Брат поддержал меня в этом. Для меня, во всяком случае, заниматься спортивными товарами проще, потому что я сам занимался спортом очень долго вместе с братом. Магнитогорцы знали спортивные товары, к примеру, подводного направления. Это чисто советские, то есть импортные, таких ведущих фирм американских, как Decor или Крисап, Италия или Франция, то есть таких вещей не было. И даже профессионалы, которые по несколько лет занимались подводными видами спорта, не знали качества этого товара. Здесь, конечно, пришлось и нам самим много изучать, и разбираться в этом. Система каталога у нас работает, значит, по предоплате. Мы делаем скидку 15%. Нам это выгодно, потому что люди, которые приходят к нам, мы, кроме того, что делаем скидку, мы делаем сервис, то есть обслуживание. Если мы вывозили, допустим, водный мотоцикл, мы делали обслуживание, то есть обкатку и так далее. То есть такого тоже в городе, в принципе, никто не делает. То есть клиенты нам дороги. Всю продукцию мы покупаем в Арабских Эмиратах. Порой получается так, что американский товар дешевле, получается, продажная цена у нас, чем в Америке. Таможенные пошлины в Эмиратах настолько низкие, что результат этого есть. И еще один момент. Нам все-таки делают большие скидки, потому что работаем очень долго, и часть товара могут отдавать на реализацию. Каталожная система, по которой работает новый магазин «Спорт», позволит вам заказать любой спортивный инвентарь, при этом вы заплатите за него гораздо меньшую сумму денег. По этому принципу работают все, кто занят спортивным бизнесом. Сейчас и у нас есть такая возможность. Не воспользоваться услугами, которые вам здесь предлагают, просто непрактично.